Добрый день. Добрый. Расскажите, как вы искупались? Снимаете на видео? Да, да. Хорошо. Перекрестилась 3 раза и окунулась 3 раза. Угу. Ну, а свои эмоции какие-то? Ощущения? Потому что не первый раз, так никак. Ну, хорошо, ну, классно, ну, здорово. А что? С крещением. С крещением, да. О, давно купаетесь вы? Первый раз, не первый? Нет, не первый. Не первый, да? Ну и вот... Давно не купалась. Давно, да? Да. Ну, вот кто-то еще стесняется, возможно, какие-то у него, скажем так, свои стереотипы с тем людям, которые... Люди просто боятся, что холодно, что это вредно, что это страшно. Ну, не страшно. Пока человек раздевается, он остыть не успеет, в воду заходишь, а с воды ты выходишь уже совершенно другой человек. Ты обновленный, ты рожденный, как будто облили кипятком. А после... Не холодно, даже классно, вот как на пляже летом. Хорошо, крепко вам здоровья. Спасибо. Как вообще ощущения? Мухрая вода, мухрая. Все в порядке, обычно. Сил прибавилось, чувствуете? О, ничего. Да, я этим занимаюсь очень давно. Массовые мероприятия, хорошие. Ну, вообще вот... Объединяет. Пожелайте тем, кто стесняется, приобщаться к данному виду деятельности. Да, интересное ощущение. О, шумное. Спасибо. Расскажите, вот ваши ощущения после того, как искупались, что чувствуете? Очищение. Очищение, да? Жар приливает в теле, да? Да, да, да. Бодрость такая. Бодро, да. Все хорошо. Здоровье такое. Девушка тоже искупалась? Поддерживаете традиции данные, да? Вон ребята переодеваются. Скажите пару слов, кто стесняется, чтобы приходили. Скажи смешно. Не бойтесь, некоторые боятся как бы воды. Думаю, что тут это такое что-то страшное. Я вот в том году тоже приходил сюда. Ага. Не смог нырнуть. Постоял, тоже холодно было. Угу. И в том году задался целью, что в этом нырну. Вот, пришел нырнул. Отлично. Ну а. Так уж страшно, как кажется. А те вот, кто, пару слов скажите, стесняется, вот они, что вы скажете им? Слова какие-то. А что стесняться? Расскажите немножко, как искупались. Он слушает, да? Ребята, великолепно. Это здоровье. Это вот кайф, это наполнение. Это вот, это адреналин. Будьте в этом и всегда. Как искупались, как здоровье, самочувствие? Прекрасное. Самочувствие хорошее, вода мокрая, но жестко, но очень хорошо. Ощущение шикарное. Чувствуете прилив сил, да? Да, прилив сил. Мы бодрость. Каждый год купаемся. Угу. Очень хорошо. Пожелайте тем, кто стесняется, чтобы приходили. Пускай приходят, не боятся. Один раз, если только переступить, это, ну, настроиться, конечно, нужно, и все. И потом пойдет. А лучше не настраиваться. Когда настраиваешься, ничего не получается. Да. Пришел и искупался. Пришел, искупался. И все нормально, да? Надо, как бы... Будешь каждый год купаться. С верой, с определенной, не просто так. Хорошо. Так что все хорошо, очень хорошее. Погода великолепная. Нам повезло. Нормально. Так что хорошо, крепкого вам здоровья. Спасибо, вам тоже. И всем остальным тоже крепкого здоровья. Да. Как себя чувствуете? Отлично, бодренько, как заново родился. Ну вот некоторые люди, скажем так, стесняются или же немножко побаиваются. Что им скажете, чтобы... Рекомендую. Очень хорошо. Я первый раз, между прочим, нормально. И не так... Мороз небольшой? Да. Ну, хорошо, можно. Начинающим можно в такую погоду. Да. Даже нужно. Пускай не боятся, приходят... Да нельзя бояться никогда ничего. Да. Все отлично, все хорошо, да. Чувствуешь прилив сил, бодрости, энергии. Классно. Все тело бодрости чувствуется, горит, да? Ну, все-таки это...
чуть-чуть обжигает. Да. Мороз небольшой. Был вообще мороз. Ощущения были в другие, конечно. Хорошо. Все, хорошо, всем рекомендую. Приходите, приходите. Приходите обязательно. Все, искупайтесь. Всем, всех с праздничком. Всех с праздничком. Крепкого здоровья. Всех благ, здоровья. Всего хорошего. Всего доброго. Расскажите, как вы купались, какие ощущения у вас? Понравилось, я не в первый раз уже купаюсь. Угу. Поздравляю всех с праздником. Всех приглашаете, кто стесняется или боится? Конечно. Первый раз страшно, потом привыкаешь, нравится. И ощущение здоровья, жар в теле, да? Да, сейчас жар, сразу страшно. Угу. Всех с праздничком, крепкого вам здоровья, всего самого лучшего. Здравствуйте. Добрый день. Расскажите, как вы искупались все в этот день? Как и большинство, великолепно, но состояние такое. Хочется улыбаться и смеяться. Легкость в теле, а главное в душе. Так что всем советую, хотя бы раз в год. И вот некоторые люди как бы побаиваются немножко. Вы им скажите, что как вообще... Ехал сам и боялся, настраивал себя, но мозг так воспринимает, что страшно. Но когда уже первый шаг, второй, седьмой и восьмой, отступать уже некуда, мы же славяне. Всех приглашаем искупаться. Конечно. Приходите, крепкого здоровья, праздника. С праздником. И всех благ. Благодарю. Для рекламы хорошо. Как искупались? Отлично, отлично. Я не ожидал такого результата. Угу. Первый раз? Да, преодолел свой страх, можно так сказать. Ну, вот. Холод вообще не люблю, но так получилось, что даже понравилось. В следующем году обязательно приду еще раз. Ну вот те, которые немножко межуются, и вы им скажите, чтобы приходили, здоровье. Обязательно, обязательно. А также и своей жене передаю, если она увидит. Обязательно приходи тоже. Она боится у меня, как и я боялся все годы. Ну и так. Один раз попробовавши, оно... Да. Сейчас отлично. Просто себя чувствую великолепно, замечательно. И сразу чувствуется как бы прилив сил, бодрости, конечно, энергия. Конечно. Ну, то же самое очищение, да, так душевно, так сказать. Уже страх преодолеть, это уже какое чувство. Хорошо. С праздничком вас. Крепкого здоровья. Спасибо. Скажите пару слов. Очень хорошо. Я купаюсь первый раз, правда, но я довольна. Что чувствуете сейчас? Только что замерзли стопы и все. Остальное вообще чудесно просто. Не первый раз или первый? Первый раз. Первый раз, да? А кто у вас, скажем так, парень, да? Как раз парни. Понятно. Ну еще. Хорошо. Хорошо, крепко вам здоровья. Спасибо. Отлично, ощущения хорошие. Что чувствуете? Чувствую, что жарко. Очень жарко стало. Мы просто купаемся уже давно. Какой год? Уже восьмой. Не только на крещение, но периодически ходим. Мне не холодно. Искупаться. Поэтому все хорошо. Ага. Ну, приглашаете тех, кто стесняется или же... А всех надо приглашать. Вообще, тут у нас каждое воскресенье ходят, купаются люди, моржи в Омске. Приходят они пораньше, что где-то в 10, в 11 купаются. Все желающие могут приходить, постоянно вырублена прорубь. Можно прискупнуться, если не исключено крещение, в любой другой день без проблем. Самое главное, потом тепло одеться, чтобы ноги были в тепле. Хорошо, крепкого вам здоровья. И вам того же. Расскажите, как искупались? Прекрасно. Ощущения расскажите, какие у вас? Легкость, бодрость. А вот первый раз купаетесь? Нет, каждый год. Каждый год, да? Да. Ну, как вы вообще относитесь к данной традиции? Ну, мне нравится традиция.
Ага. Сразу нас было много, но потом как-то ряды сократились. Ну а тем, кто стесняется или побаивается, скажите свои пожелания. Не надо стесняться, не надо бояться. Пускай приходят. Пускай приходят, да. Это хорошая традиция, крепкая традиция. Крепкое здоровье. Хорошо, всего доброго вам с праздником. Вас также. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как вы искупались? Супер. Приглашаете? Кто стесняется всех купаться в речку? Да не надо стесняться, надо брать и делать. Надо это созреть внутренне. Ну, уже не первый, наверное, раз, да? Ну, я в прошлом году заболел, поэтому не купался. А так уже где-то третий, четвертый, наверное, раз. Третий. Ага. Поэтому вообще супер. Ну, вот кто-то как бы эту традицию как бы считает, что она еще пока входит в ряды наших людей. Ну, скажите, давно уже пора приобщаться или еще как бы немножко надо подождать? Нет, это надо, каждый должен внутренне согреть, ну, дойти до этого, чтобы непосредственно взять и искупнуться. Это для себя должен каждый понять, насколько он готов просто взять, искупнуться и приободриться и немножко получать от традиции кайф. Ну, а по состоянию расскажите, как вы себя чувствуете? Супер. Супер, да? Огонь, тело горит? Ну как, уже не горит, ну да, бодрость такая, ну, тепло. Угу. Так, ну как бы, что вам еще скажу, все отлично. Хорошо, крепкого вам здоровья, в праздничком всего самого. Спасибо, хорошего. Спасибо, взаимно. Вам всех благ. С праздничком всего доброго. Красная каждый год производит такие ритуалы. Угу. Крещение Господня. Вот. Поэтому все прекрасно, все хорошо. Прекрасная вода, великолепна. Ну, и всем советую окунаться в такие праздники Крещения Господня. Добрый день. Вы уже чаек пьете, да? Расскажите, Наталья, как вы искупались? Прекрасно, только, правда, потеряла свой вьетнамок там в воде. Но нашла. Ага. Ну, а вот после того, как искупались, какие ощущения? После того, как искупалась, лучше, чем до того. Ну, сразу прилив сил, да? Да, да, да. Такую свежесть, такая бодрость такая появляется во всем теле, как бы кровь разливается. Угу. Вот а до того как-то страшно было зайти. Это первый раз? Нет, не первый, но большой перерыв был. Ага. Ну, а вот те, кто стесняется или немножко побаиваются, что можно им сказать? Что можно сказать? Ну... Надо настроиться. Главное настрой. Угу, настроился. Праздничный настрой такой. С праздничным настроем. С верой в то, что это полезно. Прежде всего. Не то, что ой-ой-ой, я заболею или со мной что-то произойдет, а это полезно. Я получу заряд бодрости, я буду здорова целый год. И ради этого я готова пройти все, что угодно. И огонь, и воду, и медные трубы. И пожелайте к тем, кто чувствует немножко волнение, чтобы все-таки приходили и не стеснялись еще раз. Да, желаю всем приходить не стесняться, потому что летом вы не стесняетесь, точно так же, пожалуйста, и не стесняйтесь зимой. Хорошо, крепкого здоровья, всего самого хорошего и с праздничком. Спасибо, всех благ. Глядачей также. Вкусного вам чая, приятного себе. Да-да-да, спасибо.